Сегодня среда, и команда утреннего шоу «Будильник» подготовила для вас много чего интересного. В рубрике «Детский лепет» юные эксперты расскажут о важности благоустройства городов. Зачем нужно что-то благоустраивать? Чтобы мир стал красивым. Наша трижды мама Елена Михайлова подскажет, как подобрать ребенку летнюю одежду. И, наконец, в рубрике «Звериный баттл» Антон Пальчиков выяснит, кто забавнее и милее – большая панда или панда красная. Все это и многое другое смотрите сегодня в утреннем шоу «Будильник».